другой билд. Какой? С колбой. Колбой. Нормально. Короче, не докап по хосте получается 110 хосты. Вот. Но зато ДПС получается на косаре, а то и на полтора в маник стабильней больше. То бишь 17-17,5. Летите там сразу с Долорана в этот, до утюга доедем, чтобы потом вала не ебать. Запущу. Сразу на Алгалона попиздим, да? Только хуйня вся в том, что у меня ну, всего... Первых убьем четверых. У меня да, надо Алгалон убивать. Это, Транквилу бери. А, Транквилу и так в рейде. Алгалона сначала? Будет вот это... Да. Ну, деду нет, класс, не убиваем... Кто... Деду а, класс тосковок остался. Не паникуйте. Там 4 босса до Алгалона есть. Вот. Да, с можно их чекнуть, вдруг выпадет. Их может выпасть тосковок последний. А, дальше. Тебе прям последний? Да, ему 20, у него 29. У него 29. Бля, мужики, обменяю 3 элицита на 3 сердоля. Удачи. Сердолик такой же по цене, блядь, как элицит, нахуй. Удачи. Сердоли и никому не нужны теперь. В мусор камни для бичей. Ок, давай обмен. Так у меня их нет. Ок, давай обмен. У меня, блядь, элициты есть зато. Не, я как знал, я 8-10 элицитов запасы, нахуй. Я никуда их не продавал, ничего с ними не делал, блядь. В банке, блядь, заебись еще. Ну, не, теперь, вот теперь Анхолик 2Т4-2Т5 звучит охуенно. В принципе, с утюга частенько падает. Может, сейчас с утюга выпасть сразу. Типа, фойл 5 сил рун стоит. Бля, это охуенно звучит. Мне нравится. А чё рарник? Чё он? А, он в танке. А чё, я на шамана тогда? Или не? А давай, ладно, похуй, я ульду ДК занесу, а остальное шамана пойду. Может, не робот, а какой-нибудь целка ХМ? Проходки ли делать? Ну, надо две пухи видеть. Надо сначала проходки делать. Ну, в идеале, да, наверное. Чтоб не было потом. Этот самый, а что там по приору, кстати? Вы сегодня робота там, хотели, что ли? Там, ладно, там передо мной ебанутое количество ДКшников, так что я 2Т5 не золотая, нахуй. Там канцелятор, по-моему, в руке взял тоже. Да, канцелятор, типа, ну да, он будет плутать, залутает с этого КД, типа... Вика Сифилис будет, скорее всего, 2Т4-2Т5 лутать, типа, вперед меня. Потом... Ну, повезло, конечно, катало. Вчера зашел у нас Ульда, и сегодня зашел у нас Ульда. Давай, давай. А потом... А потом уже... На самом деле мы ходим не только в Ульду, у нас только... Собрали мы. Тевланиры. Ну, хотя бы в ДСе сегодня. Да, в ДСе. О, заебись. Просто за Ульду дают много ЕП. Ну и чё вылез, блядь, ёбаный в рот, Слава. Чё? Блядь, а кто водить, сука, будет? Не знаю. За вас я в разрушитель, блядь, заебали. Витя, 3 сердаля есть у кого? Езжайте без остановки до края. Мужики, обменяю 3 элицита на 3 сердаля. По цене сердалей тут, наверное, дешевле. Витя, я могу тебе занять 2 сердоля. Там небольшая разница. Сердоль 3200, а лицит 2900 сейчас. Так, мне надо на рогу зайти. Ты где сейчас? Мне нравится то, что хотя бы лемов никак сильно это не заделало. Типа, да, чуть-чуть скалирование понизили там от СПД, блядь. Потом там криты чуть понизили, нахуй. Ну, в принципе, заебись. Да, скручивается, правда, очень долго, нахуй. Ну, не важно. Да. Пока дают геру, ты стоишь такой чилишь просто. Ты фул, ты вот пока все ебашат, ты ждешь, пока у тебя раскрутится ебучий элементарь, блядь. Мы в десятке, нет?
Да, мы в десятке, парни. Не впускают. Ну, молодцы, Гера. Наверное, пронесли там уже все. Да, я думаю, что у меня с этим Геру? На машинах. Ёбаный Обэма, нахуй. Я, блядь, думаю, что меня в льду не впускает. Мы еще устанем, кстати, в льду фармить. Когда выйдет в Гере льда. Че, Вадикон? Там же десятки. Уже тестил Фроста? Ну как тестил, у меня не хватает гемов, чтобы, ну и шмота, чтобы его фулл ФБ одеть. Ну вообще, как зашел со старым шмотом, сразу косаря 4 ДПС. А как мы можем быть десятки, нахуй? Какой-то мудак у льды стоял, в нее зашел, что ли, или что, нахуй? Он нас не впускает, братец. Душе сейчас разберемся, нахуй. Сейчас разберемся, нахуй. Кто там в Долоране есть? Сейчас, погоди, блядь. Ты чё, притон ливнул? А, ты пересобираешь? Ты же здесь? Слава. Арё, пересобираешь, да? Ну да. Есть кто в Долоране? Я сейчас буду. Кто-то есть, короче, не у порога у льды? А все, наверное, тут возле льды уже тусуют. Вадик, он-то здесь? Поставьте Дживса, а? Да, тут. Видел я, почему ПСО начала дамажить меньше, чем эти тренировки ВК? Не разобрал, что ты сказал. Короче, кольцо ЦЛКшное за репу нахуй. Систов дал. Так, а что это за хуйня интерфейс? Да. Что-то я не понял нахуй. А, это за баглость там или лобится. Печали мне тут на секунду. Испаки? Ну, из рейда. А ты где? Ну, где там, не трогайте ничего. Я понял. Либо сейчас давай буду. Я тебя в пятую пати закину. Я быстро сейчас. А, Глеба. Не трожь меня. Я просто могу. Господи, как. Призовая грида. И мне только это потом сердолями только верни. А не шарами, а сердолями. Можно заходить тут? Рома, ты тут? Да, я тут. Ты видишь эту цифру? На фростноге? Не, я в чате. Я с игры вылетел. Перезахожу. 11.4. 11.4. Вот ты опышь свои руки? На 1.57 ляма. И я даже по мане не высох. Не люблю, открою посадку. Ты тебя взял ладок и кастанул его. Ну, он дает крит. У тебя другой талант заменяет это? Не знаю. Ну, типа выброс. Талант ветра ледяной, который настакивает 5 стаков. Он заменяет ожог. Ну так и смотри, он типа настакивает. Ну короче. Суть не в этом. Суть в том, что 1.5.
11.5, не 8. Да еще починят и ротацию подберем, думаю, будут доможить сколько-то. Знаешь, что самое первое место занимает? Конус? Для ФФБ? Да. Конус? Да. Нет. А ты мне вели машину на РТД? На РТД? Воспламенение передамажило ледяных духов. Не удивлен. Не, ну просто, кстати, оно нормально бьет. У тебя ФФБ-шка-то часто прокует. Ты их скидываешь дофига в сумму. А нахуй? Это, киньте инвайт, пожалуйста. Там, считай, две ФФБшки, конус, а там же должны все башни снести, правильно? А зачем? Нет, башни не надо никакие сносить. А, не надо никакие сносить. Че, раньше нас вагонили анхолики, сейчас нас будут вагонить ретрики, да? Смотрим. Не, на самом деле комплект 2Т5-2Т4 у анхоликов звучит очень круто. Мне прям очень хочется потестить эту хуйню. Киньте инвайт, пожалуйста. В чем вы по ханте? Машины не нашлось? Да, я как-то бегаю нормально. Я понял нахуй. Вместо того, чтобы за минуту до босса доехать, мы будем так бегать. Понял нахуй. Я понял нахуй. Машины для дураков придумали. А вы портал не хотите открыть, да? Ну ладно. Портал открыть надо убить два больших в комнате с боссом. Как только ворота ломаются, сразу все маяки. А анхоликом Т5 поменяли, да? Да, их ну, вроде как бафнули. Ну, да, звучит получше. Надо опять койлы с памяти бан. Ну да. Только прикол весь в том, что ты забиваешься, походу, теперь в силу, а не в хосту. Ну, если 2-2, то да, нахуй тебе. Да, да. Проценты же на 4-4. Мне очень интересно это затестить, блядь. Прям невероятно интересно, нахуй. Тысяча ГП тест. Да мне похуй. Хоть 2000 ГП, нахуй, дайте, я хочу золотой 25. И не 1000, а 600 ГП. Ну, да я просто не помню, за сколько я так. Ну ретрики, кстати, дохуя дамажит, я там видел. Типа доху там по двадцатке давали. Чё за обнова? Реворк. Не только реворк, нахуй. И нерв ЗСОка. Да? Ну, отлично. Натуре, дед! Ты шел в натуре, ну, ты до Талова верил, походу, да? Вот, я не верил, нахуй, я знал, нахуй, блядь. Я понял. Ты шо думаешь, блядь? Старость, блядь, это мудрость, нахуй. Понимаю, нахуй. Так это что, теперь получается, можно в антимагию не спекаться? Получается. Садитесь в разрушители только те, в водительское место, кто поддерживает 10 стаков. И вторым, вторым челиком только те, кто... А что там? Вот там обычно, да и хуй на них. Заезжайте на круг починки. Надо людей смотреть, наверное. Или тут все? Бежим. Бля, надо поговорить с этим, с Викой Сифи или с Инвизиблом, отдадут ли мне двусупят или мне два куска вперед их. Держи карман шире, как говорится, бля. Не, ну мало ли, за спрос не бьют, за спрос не бьют нас. Там а ты читал реворк 2Т5 и 2Т4? Нет, не читал. Ну, вот теперь анхолики играют 2Т4 и 2Т5. Я скинул вон, можешь почитать о худилке. Ставил шкаф, нет или бой? Транквилла, ты где? В инсте, у машины. 4Т5 беспонтово? Че бой-то тебе, нахуй? В смысле? Не понял. Я не знаю, почему. Могу умереть. Там пизда, разрыв. Чё, мне умирать? Садитесь в ебаные разрушители, блять. И все. И не надо ничего. Понял. Давай, Костя, присаживайся. Там, ну, за инстом мосфиры стелси только. А вон они залетают.
Оп. Они бы еще починили вот эту вот хуйню после того, как заходишь в игру, виснет, блядь, 5 минут. Натуре. Это не скоро бы. И там Лёха нерфанули, блядь, этих. Лёха, слышишь? Да, это око. Да, слышу. Там элемы еще дольше раскручиваются. А, то, что, блядь, раньше там 25 секунд они разгонялись, похуй, сейчас 40, да? А когда вы едете на конях, там будет, что ли, или что? На статическом шторме теперь надо 5 стаков сделать, чтобы элементаля стакнуть. Но, он висит. Но теперь он, да, он, короче, вместо 12 секунд, 21 секунду. Чайте ко мне кто-нибудь. А, ну, и еще им немножко нерфанули скалирование урона от СПД. Лёха, забей, блядь, на тех элемов. Там ретрики пизда. Все, да, берешь ретрик. Я сейчас посмотрю. 17,5к в маник. Тип хотел убить меня. Ну и теперь да, ретрики. Донаси. Теперь да, ретрики ебашат. А я сейчас пойду этим паладином почитаю пока. И два куска Т4 расчехляй на протопало. У меня есть, только не апнутые. Ну вот, я тебе говорю. Там щиток, блядь, и АОЕ урон светом будет от щитка, блядь. Ну надо апать. И агро будет лучше. А что значит тир 6? Т6 шмотки. Там либо 2 Т5, 2 Т4, либо 4 Т4 можно. 5, 4, 3, 2, 1. Т6? А зачем Т6? В чем смысл? Т6 же еще нет. На Х2 Т6. Скорость, X2, сразу скорость давай. И сразу новую бочку бери. Либо скорость давай. Так что, ты мне уступишь два куска? Нет, если что. Понял. Я до бочек не достиг. Бочки. Блять, надо было лутать, когда приор нахуй был. Че, нормально там Костя сейчас стакается? Да. Я на 25 беру, вроде нормально должно быть. Ну тогда нахуй залутаешь и скажешь, как оно. Нажми скорость. Угу. Что, у вас фоловый рейд? Да. Ну, если что, позовете, я на замене посижу лингером. А че 5 стаков нет? Ну, кто-то что-то заморозился, блядь. Бочек нет рядом. Пока фул. Пиздец. Пойду тестить, сейчас... короче, Т4. Ретрика тоже, да? Да, и танка посмотрю. А танк там нечего смотреть. Да. Тебе сейчас машину разъебет. Войд. Тяни. Короче, на замене. Назад немного сдались. А? Я не достаю там бочки. Все юзанные какие-то уже бочки. Убавить на Левиафане, что? Да не, он не умрет. Не, скорость нажми. Нормально. Может мне закидывать еще раз дроби? Да, или а нет? Есть. Есть. Сюда. Ну, ГЦ 8, следующие осколки получится этому. Ну так что, пускай Рома заходит туда. Я уже. Он уже здесь. А, нахуя. Дресните, ё-моё. ГЦ. Спасибо.
Ну все, нахуй, вот тебе игрушку сделали, играйся, нахуй. Все, сегодня робота хилишь, да? Не прохилишь ГП, нахуй. И на туре, ебать, будет меньше абсорба, чем у ДС, нахуй, блядь. ГП, блядь. Талфир, твою мать. Нормально, да? Ты о чем, о том, что свой дом слышишь? А что ты хотел сделать, Кость? То, что ты сделал, зараза. А у тебя сколько, кстати, сколько? Так же 22? Тебе нужно тут хлам? Да, так как. А, ну тогда было 20. Прикинь, давай, сегодня, сегодня выпадет просто с каждого босса, нахуй. Босс на сегодня, я думаю, штук 5 упадет. Так. РВ. Я там закачаю. Мне лут закидывай, вообще лутера дай. Я запустил уже, бой идет. Ну, ГЦ, ГЦ будет. И сдох! И сдох! Хорош, нахуй. На распыл вроде. Блядь. Так обрадовался, что аж умер, блядь. Казу 3 закину на распыл, киньте. Вот. Кринж. Я, блядь, скачу на коне. Тычка въебала, прилетает, смотрю, 20% что-то дал, шок вся, нахуй. Вторая прилетает, бах, нахуй. Кстати, Вован, я тестил. Сейчас хорошо к ней впихнуть. Вообще никак. Нахуя? Не. Ну как ты меня веснул, нахуй? А, не, я умер. Раз. Два. Ну тебя вурдалака влезла. Да я сдохл уже. А как зайдет? Чё, блядь, дамажил бы, сука. Хуёвый, хуёвый из тебя был дарак, бурдалак, блядь. Теперь надо скидывать, блядь, инжу, качать ю. Просто резиста не зачем? Ю обис. Ну, потому было, что у меня хардкап хосты. А-а-а. И чарка на руки нахуй не нужна. Сколько хосты надо брать? Ю больше всё даёт. 1260. Ой, я себе, блядь. А, ну это как у анхоликов, блядь. Ну это... Что, блядь, оставьте ретрики. Шкаф там, это, после это, босса. Это ретрики фулл хаст забитые, нахуй. Не фулл хаст. Это что сейчас получается, 2-4, 2-5 анхоликом фулл всем перебиваться? Да, 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 Слава да, богу, блядь, без этих сокетов. У тебя, если я правильно понял, у тебя койл в 2-4, 2-5, 5 рун стоит. Ну, 5 единиц рун. Ты нет, ты как-то неправильно понял. По логике он 0 будет стоить, да? Не, 5-5-5, правильно. 5-5, да. Все правильно, 5. Вместо 40 там, типа, да, 5, да. Да. У тебя основная стойка, это анхоли, у тебя в анхоле стойки на 15% урон больше будет поступать. Ну это похуй. Это ничего не меняет. 25 как крит. Без экзорцизма, понимаю. Так что анхолики 2-5-2-4 очень вкусные теперь. Посмотрим. Бля, я так и знал, нахуй, надо было лутать два куска, и пускай они лежат, и ебались в рот, нахуй, эти фросты, ебаные, нахуй. Правильно. Ну я ж, блядь, думал, нахуй, уступить, блядь, сделать рейд, нахуй, лучше, а вот в итоге, блядь, сам тебе хуй сосу, блядь. Да, как говорит, совсем раздается. А будешь моим элемом, нахуй, заебал. Участь хуй соса, что делать? Получается так. А чё, Инвизи был уже во фросте, да? Да. Да-да. Рецепт рульте. Не буду. Ну, не чё, надо. Чё, не с фростом что ли что-то сделали? Ну, а, да, фрост... На, 100 нахуй! 100 нахуй! Сотворение Велонира, нахуй. Дайте босса залутать. Поставьте там шкаф рогу за сумунь. Ну там уже все. Только ты хуйню сотворил, нахуй. Ой, дай лутера. Ты босса скипнул. Только мне интересно, печать в 2Т5, 2Т4, 264 теперь же надо было. Да, лутера либо мне, либо Ваньке. Почему? В Т5? Ты имеешь в виду, что ударом его на света бить будешь? Так, ты кому сейчас? Ну, ты, тебе, наверное. Не-не-не. С кем ты сейчас разговариваешь? Я вот с Икой сифилис. Тут какой-то порошок. А кто спрашивает? Да хуй знает, кто спрашивает. Да похуй, оставь себе.
Так, я тебе сейчас с ульдами дам сразу. Шапку тканную рульте. Я говорю, типа, в 24-25 там уже этот самый печать 264-я, там она же она вроде силу апает, да, вроде, или что? Я просто не 290. Помню. Все равно награл печать. 290 придется брать все равно. Ну или на койл оставлять. Там надо затестить, но мне кажется, на койл останется. На койл слишком много дает просто. Ну, не знаю, не знаю. Если у тебя койл 5 рун стоит, ты койл, ты только койл ты юзаешь. Мор койл, все, блядь. И плетку, ну, тогда на койл надо ставить, если так. Ну, типа, там от силы тоже вроде прибавку, ну, хотя бы, ну, тестить. А, все, короче, успокойся, блядь. Ну, если ты хочешь от силы прибавки, то 290, то я только, она больше намного. Если хочешь от силы прибавки, иди в качалку, блядь. Понял, пошли вместе. Ебашь наркотики. Да, ну, нахуй тебя, блядь, я чё, пидор, что ли? Ой, боже. В смысле, ты на ДК, дружище, играешь, блядь, не понял, нахуй. Ну, да. Так, получается, чё, блядь, я кто квест взял, нахуй? Древняя история, нахуй. Моя. История? Ну да, я максимально доволен этим реворком, нахуй. Не похоже. Шкаф, блять, поставьте. Принесите расколотый волонир к панели управления в архив Ульдвара. Принесите расколотый волонир к панели управления в архив Ульдвара. Ну сейчас Ульдвара принесем, блять, заебал. Ты решил прочитать всем, нахуй, да? Из кусочков вам удается сложить прекрасный боевой молот. Сразу заметно, что к созданию молота приложили руку титаны. Панель управления в архиве наверняка содержит немало интересных сведений об этом оружии. Да ну нахуй. А кто в танке? Рарник вроде как. Нихуя себе. Заебался дамажить. Рарник, а что у тебя на хосту не перебито ничего? Это, так он в Т5. У него 4 Т5. Чего, блядь? Он же в Т5, зачем ему перебивать? Ты что, дед, там накурился, что ли? А что, этим ретриком Т4 тоже там что-то переделали? Да, они все изменили. Да, они как анхолики теперь. Теперь как анхолики, да. Только чуть сильнее. Так, ну, нынешних анхоликов, возможно, да? Третью ну, освободить. Нынешних анхоликов, возможно, да, да. Уберите с третьей ауры. Так, сейчас я первый возьму. Они заебали, они в каждом реворке Т4, блядь, нерфят анхоликом процентаж хосты, блядь, на 1%. А чё, опять понерфили, что ли? Да, там теперь у нас 1% нахуй от хосты. Твоё место в мусорной куче. Так, освобождаю ауру. Кто-то какой-то ретрик возьмите. Хуя, у меня коровка быстро бегать стала. Васальмову по мне дайте, пожалуйста. Да вроде пока не заметно, что он холиков стильно порезал. Подожди, я не понимаю. А под где ты видишь, что они сделали? Процент срезали? Что ты взял, блядь? Написано. Я вот смотрю, я не вижу то же самое все. Сейчас тебе кину. Ебать, вуза приударил. Давайте, Эма. Неплохо. Так, а как баф называется волонира, который на Челикас? Древний кам. Нет, защита древних королей. Нет, это щиток, а баф на Челикас волонира. А, мы тебя? Сука, нету. Бидон, у тебя есть название бафа? Да что-то неправильно, если забил или что, блять? Волонира, да. Когда ты кастуешь, на тебя как вешается? Это, буквами. Как пишется. Я бафлодилку скинул. Че, название бафа? Нет. Я в сифилис говорю. А, просто в сетовых не написано. А, вот на сетовых вот. Поменяли у ёбки. Благословение древних королей. Благословение.
Бля, они сильно понерфили по... Да, так я же говорю, было 3%, на прошлом реворке они снизили до 2%, блядь, тут теперь нахуй, блядь, сделали 1. Ну, дебилы, нахуй. Ну, похуй, это тут 2-2 будет, и будет нормально, поебать. Да-да. Они 4 сета порезали, по сути, в основном. Костя, а лужи стакаются? У просты... я, кстати, не знаю, что... Только освещение ты вязаешь, оно за тобой бегает, а... Правосудие, когда вязаешь, она в том месте остается. Я только не знаю, почему они фростам не захотели апать второй, ну, 2Т5, типа, чтобы они играли тоже в 2Т5. И, короче, дамажат, как бы, стакают, все отлично, да? Ну, там, видишь, там они сделали Т5, которые завязаны друг на друге, типа. Они не могут что-то поменять. Ну, просто, типа, у фростов у них... Это что такое? Сет-бонус 2Т5. О, босса, пулил, блядь, ёбаный в рот, а? Убьем босса. Хорошо, он бежит. Первую, да. Все, нахуя мы каждый раз босса били, да? А что, мы бьем или что мы делаем? Бьем, конечно. Я понял. Ну там, так я зовут его. Понял, а что лужа из-под меня не осталось? Что за хуйня? Ну, Шатхэмки остается. Мы еще не перевели. А у нас будет сегодня Лем, либо Сова там? А, Натхэмки только остается. Нахуй сов. Я могу зайти на Элема. У нас ни совы, ни Элема. Это все хуевые классы, немало дамажит. Че нахуй? Элемы даже после реворка ебашат, блядь. Давай, веди к этой хуйне, блядь. Да, молодцы, конечно, нахуй. Давай, это, Геру. Да, раскручиваются долго, но ахули, блядь. Ну, надо разгоняться под бустами, типа под Герой, либо под... Это... Так прикол весь в том, что пока, пока дают Геру нахуй, у тебя Гера заканчивается, и только когда ты начинаешь ебашить. А тебе Гера в Т4 нахуй не нужна. Ты, блядь, моменталками ебашишь, сам. Ну, посуди. Да. Тебе Геру нужно чисто разогнаться. Ну, хотя, да, кстати, для разгона юзать ее нормально. Можно даже... Ну, да, ГКД режет на 0.5. Гера ГКД режет. Да. Гера дает. Так можно в одно ебало тупо Геру жать, нахуй, и все. Под потом просто набиваешь себе, разгоняешься, и все. От рарника отойди. Ну, типа, я вот сейчас тестил... От танка отойдите, ебаный в рот. Типа, я перед ульдой манекен бил, типа, ну... Бля, 14200. Это, да. Давайте сделаем так. Кто там хочет попиздеть про новые комплекты, съебитесь в другой канал. Не мешайте в рейде людям. Съебитесь в туман, реально. Серьезный рейд. Да-да. Чё, типа, кратрыса понерфили? Типа, блядь, вайпаться неохота. Да, за ЭСОКа понерфили. 20% всему срезали просто. Тут Войд должен был говорить нахуй. А я говорил нахуй, сука. Череп, не, череп. Не флудите. О, неплохо. Я тебя охуенно сделал. Опа, поврежденка упала. Виснете? Почти. Чё, Глеб, довольный там? Завтра буду. А на ДКшников такой же идол ЗЛД есть? Да, это тот же, это тот же. Трубы внутри стоит. А что за... А, завтра что-то... Завтра стрелка 25 обстоит. Ебать, это... Я ночнорождённый буду кайлы кидать по 2.5. Поехали. Они там пока портанутся. А я в дворфе критовать больше буду.
Венька, кинешь обмен. Холидрин, ты, кстати, вчера даггера спиздил, короче. Я даггер отдал, алло. В рейде спросили люди сразу и отдал. Мы там сидели, спамили на ролл, кинь, вся хуйня. Ты так и скрытил, короче. А че, у тебя, наверное, остался? Или уже нет? Я еще раз говорю, блядь, там, не помню, то ли... А, мифик забрал его. А, вот так, и сидел молчал, главное. Он спросил это сразу, я отдал ему. Понятно, понятно. Друг твой лучше. Ебать, ты сейчас его взорвешь нахуй. Вряд ли. Вообще похуй. Ну так. Понял. Хули, когда реворк вышел, нахуй, и нерв нахуй. Вообще похуй, да? Вообще все похуй. Какой спин? Блять, но если мы с нерфом каратреса не убьем нахуй, то это пиздец. Ну в ЗСОК нужно идти сначала после целка. Да, проходки там уже делали. Дело в руках будет. Да, там же каратрес. Они в дамаге. Ты назови хоть одного человека, кому проходку надо делать. Вот этим вот новым, ДСшнику или кому-то? Нет, кто-то был у нас. Кто? Надо смотреть. Ну вот. То мы раз пошли в ЗС, у нас там человек 3-4 отвалилось. Я сейчас смотрю онлайн 32. Которые... Во-первых, этих воронок нету. Надо будет отдать куски, чтобы просто лежали, как это Вадикон предлагал. Да, у меня сейчас тоже лежит кусок. Как непобедимого поудать ссылка? За особые заслуги. Но перед что, родиной. Что нужно делать? Ну или отсос. Год, короче, в гильдии. А, да ну нахуй, все угораете, ебать. У вас только... Уже у всех непобедимый, кто год в гильдии ваш. Мы Лича убили 13 или 14 раз. Ну так люди год, блядь, в гильдии нахуй. Это 3 месяца, блядь, это не год. Хуёво, ребят. Я вот... Мне непобедимый пиздец надо как. Ты кто спрашивает вообще? Мопайлов. Я не знаю, ты каждый раз спрашиваешь, кто это, я хуй знаю. Вот в течение месяца, как не запомнил еще. Я в ахуе. А ты кто вообще? Ну так ты не один, блядь, так говоришь, так многие говорят. С одним же голосом? Все, не, да. Ну, все коня хотят, блядь. Ванька, говорю, обмен кинь. Да, а что вот есть? На твою хрень просил. Да, не особо мне этот джизл нужен. А что у тебя кусок я четвертый не апнутый? А ну, я хочу ноги взять с этого. А, ты дел пятый кусок? Да, да. Терсминогу проходку? Ну давайте маленького пошли бить. Так это теперь можно, получается, и на вайше пойти сходить? Ты сначала других убей, босс. Да. Не забывай, что тактика-то нужна. Типа всем вообще вспомнили. Дойти еще нужно. Ух, ребята, вы бы знали, какой я жесткий майнер поймал, пиздец. Неху порнуху качать. Да какая, блядь, порнуха, на? Типа, я почитал форумы, говорят, что мне даже плюснул винды, блядь, и смена накопителя, блядь. Рарник далеко повел. Кринж ебаный, нахуй. И чё, и как говорят лечить? Блять, разные способы, но я, блядь, его даже найти в компе не могу, этот файл, который находится. Тебе что надо? Скажи, какой файл. Диалер SVC, нахуй. Ага. Я что-то первый раз слышу. Вы что, здорового бьете? Зачем? Среднего бьете. Среднего бьем. Кто-то здорового. Кто-то здоровье, кто-то здорового лупит. Ой, сори, это я за половину набил. Хорош. Он фул хп отрегенит, но смысла нет. Бля, ну вы даете. Слот льду есть? Охуенно. Охуенно. Как дела, Ретрик? Забыли про руны, что ли? Подойти, заходите в руну. Да мы еще убьем. Че, вайпанули, что ли? Да мы убьем, вы угораете. Давай. Две руны вместе. Убить-то? А он-то хилился же. Ну он фул отхиливается. Дайте байл. Рарник, нахуй ты забрал вот, блять. Скажи.
Так. Дайте БЛ. Да, БЛ дайте. Тут не знаю, что такое БЛ. ДКшники, готовьтесь, блядь. Ральник, сколько до добав? 12 секунд. Ой, 15. ДКшники, фрост стойку, готовьте кто-нибудь. А, нет. А чё, Гася, даже в бабле умираешь? Конечно. Там да. Там ты в любом случае сдохнет лучше. Да. По идее, должны. Да, а то мы сейчас пошли бы. Все. Дадите это. Ой, лут сочный. Он, дед, архив, слышишь? Че? Кинжал, кстати. Тебе ж там в архиве надо что-то сделать, да? Хз, я не вижу осколок. Нет, нет осколка. Диск кому давать? Ну, то первый плюс скини, пускай чат дает диск. Так, типа, если челик рейды не собирает, то он ему, ну, нахуй не нужен. Ну, типа, он ему пригодится, чтобы открывать дверь, но это надо Мимирона убить, чтобы печать была. Дверь мне запили. А чё, давайте Мимирона убьём, протодракона сделаем, или хуйня. Мы чё, пошли на Алголона, нет? Там кинжал ролят, спрашивали, блядь, вчера, да не, нахуй. Да Алголон в конце. На нахуй. Сколько выпал. Архель выиграл. Так он же хуёвый, нахуй он нужен вообще кому-то, блядь. Ты хуёвый. Ну, не спорю. Кинжал ещё хуже. Вот это ты из звёздочек, типа. Да. Шумонёте. Слота вообще нет. Я могу тебе уступить? Хм. Ты еще в ТТГ так просился? В ТТГ, да. Викости Филис. Я потом тебе обмен кину, я тут жду пока, блядь, да пиздец. Ладно, попробую посмотреть, что лечится нахуй. Блядь. Уже файл не находит. Ёбаный в рот нахуй. Короче, все от скорости теперь. Чтоб тебя нахуй коробка тупая, блядь. И в Т5 тоже скорость. Нахуй ты с ним пиздеть начал. В Т5 нет. Так я хочу квесты сделать хотя бы до Мимирона, чтобы потом еще прийти и ключ залутать. Заебись. Нахуй он тебе нужен. Я каждый рейд хожу и периодически по квестику сюда забегаю, делаю, чтобы не бегать, ну, 10 раз туда-сюда. Ну что, сейчас желтые камни подорожают? По 6к нахуй. Желтый? Да. Короче, сейчас надо бить правосудием, экзорцизмом, короче, и по КД лужу. Ой, ебаный гном. Лужа, экзорцизм, правосудие, по сути. Да, да. Там... Все, заебись, спасибо. Кого? Че, я присумонился. Благодарствую. 600 стоили. 600 голды стоили. 30, я сейчас последний раз продавал. Блять, а скорости-то у меня нету. Геркулесский боевой знак купи. Геркулесский, блять. А, ты Миша из-за вот это? Да. Не, да это-то есть. На Талгороде еще есть. У меня сейчас всего скорости 356. Даже если я все тринки поставлю, 656.
там на первом месте дотка Леха будет от освещения. Таки на минуту надо еду привезти. Крита сразу падает на 5%. Там их внизу отворачивает, там их танчи. Возле сугроба прям. Только что-то, ага. Надо двух одновременно бить. Надо двух одновременно. Пиво задувас, нахуй, бабл прожил. Пиво. Ничего рано там стан. Какой кайф. Бросить расколотый валанер в глотку Йоксарана, пока он оглушительно ревет. Ок. Да. Хитрая затея. По сугробам хорош лазить. А уже полазили. Ретрик такой с крыльями бежит, похуй. Похуй вообще. Я понял, нахуй. Вец? Это ЖПшникам сейчас. ЖПшникам скорость. Пошли дальше, не стойте там. Лёха, чтоб тебе было понятно, я с ТТГ ходили, с Юли, блядь, собаку сорвал. На 25-ку сегодня ходили? В десятку. А, десятку. И если там в десятке было, короче, я понял, где-то 12-13к нахуй, 5-17к. Чё, ретрик Данхолика дотягивает по урону сейчас или нет? Надо с рука смотреть, нам нужно стоять все время, в идеале. На месте. Ребят, просьба. Ну, по идее, должен с рука дать. Правосудие, короче, теперь обычную лужу скидывают, а освещение действует как аура. Бля, откуда вы этот трэш берете? Ну, они по сугробам бегают. Делать нех. Большие сугробы не влазят. Репу не дают тут. Твари репу зажрали. Заходите, хули вы там стоите, блядь, за дверь заходите. Чё делаете, нахуй? Вещи, блядь. Отсумуньте, пожалуйста, ребят. Уже бой. Ну ладно. Чё, вспышку разбить не хотите? Они баф нам дают. То не будет 200% хосты. Или сколько там? Диспальти. Листы диспальти. В белые лучи вставайте, чё вы, блядь. И в них скорость каста повышается. Кстати, сосулек выходите. Сосулик, выходите, прием. Нормально. Надо кому-то что? Блять, жалко, тут обычный сундук исчезает. Чё они, сука, это починить не могут, блять, дауны? Ну запа может не ролить, ролит эти посох. Какого хуя бой внизу?
Ты что, друг, на весь данж вешать? А, ну на весь данж вешать, ёпта. Имей в виду, там баба через 10 секунд подойдет. Быстрее их заливаем. Куда ты их на рейд не поворачивай лицо, блядь, сейчас минус рейд будет. Один в рейд смотрит, другой, блядь, на Кавказ. Вас на жопу нужно. За лестницу прячьтесь. Вон где лужа ДКшная. Сюда веди, блядь, куда ты там? Один, один, один. Один момент. Юля, можешь зайти на пало? У меня свет рубанули. Сейчас логин, пароль скину. Где стоите, сука? А уешьте эту хуйню. Быстрее, мне дотки повешают сейчас. Убивайте моба, блядь. Вот одного уже разъебали. Скинул Юле логин, пароль. У меня пока рубанули свет, я пока без вас. Антифир. Кас. Там убили? Или еще не было их мелких? Вот. Да, антифир. А если что, под лесом надо. Там вчера 40 выиграл. Я ему скинул уже в сумку давно. Так, ну у меня все равно атака ближнего боя на первом месте теперь. Дотка там должна быть на первом месте. Только у него капа хостынь. Дотка и экзорцизм? Не. Освещение. Освещение? На четвертом у меня. Ну мне скоро, я... Я хостын мало. Не освещение, а малое освещение там должно быть. Ну да, это дотка, короче, правосудие, по-моему. Ну, мало. Экзорцизма, скорее всего. Или экзорцизм. Скорее всего, да, наверное. Так, те, кто там хотят попиздеть про реворки. Ну, вы поняли. Масфир, ты тут? Подожди. Там бежит. Мосфир, прист. Пиздец. Бля, охуенный притч. Здесь он нет? Еще не вижу. Да ебаный в рот, Витя, блядь. Распылил, да? Ты своим обменом я из-за этого распылил, нахуй. Я понял. Ты что?
бывает. Я там же отмену могу. Транквила, я ебал рот нахуй. Когда дочитала, блядь, уже нельзя. Чё такое? Не скажите нахуй, Мосфир в Диссе вообще нет? Чё это за хуйня нахуй? Не наблюдается. Короче, ясно, нахуй, похуй. По мне тоже тогда похуй будет. Проходки, блядь. Кому проходки, нахуй? Туда же Дисней заходит. Где Зак Ханыч? Едет. Час 20 проносится, мы тут уже 20 минут стоим, нахуй. Колеса крути. Куда добавить? Пускай в гостиную зайдет для начала. Чё я, блядь, по щелчку добавляю или чё? Или нахуй Дискорд заходить? Интересный нихуя. А ты трупешник Диси вообще? Вот уже нету нахуй. Да? А, вот. Здесь. Бери Транквила кружок в контроль. Бьем. Я вам атмосферу дал роль, блядь. Не убейте кружок. Атмосфер, сделаешь игровой ник и в скобках имя, блядь, Диси. Кружок не убейте. РДД. РДД. К решетке подходим. Это и РДД, блядь. Великие на арене. Давайте он пока это... Вархиль вылетел. Юля же зашла на Вархиль, а кто-то зайдет на замены. На следующем боссе. Замена плюс. Подожди, нахуй, это самое. Сейчас этого босса убьем, плюс у него. А че мы не открываем? Ждем-ка. Да моб в контроле, чтобы метку поставить. Так, Транквила, тут стоишь. С тобой будет стоять. Я буду стоять. И Бидон. К звезде остальные никто не подходит. И вот здесь, значит, сейф-зона. Давайте сошуманим тогда. В шке будет стоять. Ставьте шкаф, плюсуйте. А мне в контроль брать завоевателя, да? Да. Окей. Уже добрали. Терсминок и стелси. И с вами Мосфир будет в кружке стоять. Потом на Юлю накинешь хипы. Милики, значит, смотрите, из вас называю, кто бьет. Хулидринка, Вилания, Катрисия, с правой ноги стоите. С левой ноги стоит Заханыч, Инвизибл, Вика, Сифилис. Все остальные под стены убегаете. И рейндж, можете под вас стоять. Не бьете босса, иначе вы попадаете просто так. Ну, то есть топовые дамагеры попадают, и хуёво будет. Вы кого сомнули? Катрисию? Угу. Так, это убирай контроль, потом станешь звезде, завоевателю Эльдуара на арене законтролишь. Кулидринг, у тебя сис есть, там называетель метку поставишь. Завоевателя, когда будешь контроль брать, запомни, цель нажмешь. Готовься, если он контроль, с контроля выходит, за, ну, быстро тыкать по кнопке, чтобы заново не контролить. Хорошо, хорошо. Давай. Ты что думаешь, она мгновенно откроет? Не срывайте агро. Чё, зачем? На левую сторону. Чё вы делаете? Они разъебали нахуй. ВП-ханты где? Здесь стоит, совсем. Направо. Вот этого контроль. Не бейте, блядь. Пиздец, ты забежал, ты понимаешь, что он у нас рывок сделает? И тут моб еще, если что, стоит, рарник, нахуй. У нас рывок сделает, и вся комната резница мобов, нахуй. Забегайте сюда быстрей. Завоевателя контроль, быстро.
Вот этого моба для кого вы оставили, рарник? Скажи мне, пожалуйста. Нет, завоевателя. Не бейте, парни. Развернитесь, убейте черепок. Прием, блять. Да у нас дот сдох. Контроль. Рарник, ну ты пиздец, конечно. Завоевателя, контроль, блять. Yes. Че, убивают? Да пиздец, по КД нахуй. Один раз контроль дали. Да блядь, и все, забейте хуй нахуй. Упадем и все нахуй, поебать вообще. Насрать, похуй прям. А кто контроль должен? Не надо, значит не надо, блять. Транквило. Вот хильте его. Он хилится. Вон, фулл хпшного за контроль. А, уже не фулл хпшного. Ты, блядь, удивительно думаешь в Эвергире, блядь. Стопнуть дамаг, ты чё, нахуй стопать, блядь, вот так, блядь. Звёздочку, контроль. Да пиздец, блядь, нахуй. Да забей хуй, нахуй. Там стоит в контроле, там стоит в контроле, успокойся. Алло, вот завоеватель в контроле. Вы чё? Ебать вы вот деды слепые нахуй гоните нахуй, да пиздец, блядь. Да ты на коляске там молчи. Так, кто ты, блядь, ты нахуй очки себе купи нахуй для начала, блядь. А Продакс, как дела там у тебя, брателло, нормально? Как там в кружке? Если у тебя на коляске педали, то хуй знает. Как в кружке стоится, заебись, да? Мне тоже кажется, заебись. Ты Транквилла должен телом своим... Ты сам, ну ты находишься в хуевом положении, ты, блядь, сдохнешь нахуй. Понял. Дайте героя. Вы чё там, блядь? Спасибо, что держите ранжу нахуй. На медиках. Просто стоят где хотят нахуй. Я там сказал, кому бить нахуй. Вот кто сдохли, это они, значит, по стену не убежали. Забили хую, так сказать, очередной раз. Атмосфера вообще в миле стоит. По скайпу. Да? Кто в миле стоит? Я ему в ПМ писал, он мне ОК написал. Да, я, ясно, нахуй, ну. Короче, Мосфир, вот этот трупяшник, нахуй. Ну, вам пишешь, вы пишете да, нахуй, и вайпаетесь, нахуй. Заканыч тоже, блин, прям под ногой стоит чуть ли не по центру. А он, наверное, не понял, нахуй. Слышишь? Мосфир, ты в 10 зашел, нахуй? Ну, блядь, Заканыч стоит, ты чё, нахуй, вообще ебанутый, блядь? Трупяшник ебашит. Чё, как дела у тебя? Ты кружок 3D метку оранжевый не видишь, нахуй, или что, блядь? В пизду нахуй вас нахуй. У тебя чё, ульдара никогда не было или что, блядь? Сколько Вовку играете, блядь, с трупяшником? В кружке, говорю, стоишь, ок, нахуй, стоит в кружке, где босс стоит, нахуй. Ебать, семейные. Ставьте перебили. Тотемы, шаманы. Ставьте. Сухие. Да и хуй до них нахуй, миликов нет. Видишь, какой ДПС у пацанов нахуй. Там, блять, кое-кто нахуй хуй забил. Кое-кто новичок нихуя не знает. Ну их нельзя в этом винить, хули нахуй, на первый раз. Лучше покидайте тело, блядь, сейчас пока будете бой ждать. Покидайте тело и оранжерея жизни. Либо ресни. Ага, всё ресни кусит. Ты где, ёпта? Под боссом. А, окей. Чё, комбат пройдёт? А тут комбат ещё ждать. Ну вон, у Торима бери, блядь. Я похуй, слава. И норм будет. Вы трэш убьете или босса? Босса убили только. Кошак? Тебе что, свет дали? Да. Ой, скажи, что ТП делает? Что? В искру делает ТП? Нет. Оранжерея жизни. Спасибо. Спасибо, Юля, я сейчас зайду. Дали свет.
Заебись тебе, у тебя хотя бы врубают, блядь, быстро, нахуй. Шокер. У тебя что, нет, что ли? Если выключает, то на пару дней. У меня если выключает, то на пару дней, нахуй, блядь. Прикольно. Ну, у нас как вообще нет проблем со светом, поэтому я к этому привыкнуть не могу. Даже когда его ненадолго отрубают. Нас это сразу нет. Говорю, на Алгалона и Йога зайдут люди с замены. К хорошему быстро привыкаешь. Я сам выкину людей и медиков дохуя выкину. И те, кто не знает, нихуя, ну, имейте в виду сразу. Ругнусь. Потом, если интересно, дальше ходите, потом по видео посмотрите, там несложно. Ну, в смысле, сложно, там 20 механик разных. Вот, так что основное, я вас накинь ИП сразу за замену, я с этого собрания. Я ИП в конце накину. Окей. У нас за ханыч раньше, просто если отрубали свет, это значило только одно. Равник, ты а у меня, блядь, значит, дохуя, либо планово отключение света, либо ракета уебала в подстанцию, нахуй. Спекнись в Катрисе, прыгни в Катрисе в шмот, это тонкани. Только грипните большого, и грип и оковы, его танчить не надо, для кашки любой. Сейчас Катрисе ворвется. Грипайте и врывайся в этот размах. Блять, я понял, нахуй. Делся, ну нажимай обмен, ёпта. Зайду на 3 минутки. Ой, бля, нажимай. На тебе вдовесок. Маленьких от большого отведите. Блять, спикнуться не успел, нахуй ни мана, ни хуя, блять, уже ворвались куда-то. И чем тебе мана на медведе? Ответ убил. Кстати, Катрис, я видел, они там чуть-чуть оттуда дома. Дорогой, как я нахуй войду в облик медведя без маны? Не, ну, справедливо. Так, это вот справедливо. Так, кроме так. Этого больше ничего не осталось. Хуярил. Засыпь его доводами и аргументами. А хули у тебя медведь рогатый, ёбаный рот нахуй. Зеленого не спульте, кто там катит, блять, алло. Кто это? Катрис, так и зовут, не спуль зеленого, там сзади тебе зеленый. У кота. Чего, у кота? У кота в Т5 тяпнули дамаг дотки. Разорвать, по-моему, с 40 до 80%. А, нихуя себе. Спасибо. Ебать, ты не знал, что ли? Это надо хосту набирать. Ну нет, не надо. Чего до этого надо было набирать? Ну как? Да, теперь еще надо больше набирать. Я наберу хосты у тебя. Мне срочно нужна триня, блядь, Алара, нахуй. Когда будем бить Алара? На этом чё, КД. Сколько не было с этого, с кашетнулся? Нет. Блять. Историума не было. Федерации, дропайтесь в ёбичные осколки. Аккуратно там едем. А что, мы после ульды ГМХМ пойдем? Так, баба идет в озеро, уйдите назад, от озера уйдите, сюда, да, налево. То, уйдите. ГМХМ, кто там ГМХМ поехал, сука, вы не слышите нихуя? Ты говоришь, Кость? Нахуй это ГМХМ надо, блядь. Давай, пачку. Ну, на шамане мне так печеньки надо. Про ЗА договорились на какой-то день? Нет, еще. Хуя себе, блядь. Чё, так а чё, го за воскресенье сходим просто? Две пачки одновременно бьем, я понял. Да мы сильные так-то. Скилловы, да, пацаны. Ну. Мангровый энд, нага, нахуй, стан. Какой энд, блядь? Мангровый, нахуй. Какого, блядь? Мангровый, ебать. Что это там за клоун, да? Нег, блядь. Ну, клоун. Что там, на нос себе нажимаешь, что ли, ебать? Да-да-да, пикает, на. Натуре, блядь. Еще один, ебать. Игрушки, нахуй, собрались, блядь, вместе. Кринж. История игрушек, нахуй. Реакция на Волонир, нахуй. Реакция на волне. Ебай. Кридж. Подсолнуха нельзя ставить, так они клоуна вызвали. Вот что делает. В эмоциях есть звук паровозика. Я хер знаю, что он там делает. Тух-тух, ну вот это то же самое. Это эмоции. Я один раз делал, бля, только, но можно без ГП? На, и включается, типа, когда паровоз ставишь. Все, ГП, кикс, гильдия, блядь.
Прощай, нахуй, ёбаный. Паровоза ебанул, да, блядь, ладно. Просто, прикинь, вылетел такой, нахуй. Пиздец. Пиздец, ты так не говори. Тут, блядь, половина гильдии паровозы долбит по вечерам, блядь. Понял. Хуёво, теперь все эти паровозы долбит. Да, только по вечерам так-то можно и вот с утреца. Некоторые так и делают. С утреца рубана клопнуть. Чё, пуляй эту дуру нахуй, пока на трешку затишу время, дохуя. Ёбаный, спасибо, что дали спекнуться нахуй. Счастье пошёл. Поддержишь мобов, поможешь ему. Так я уже, блядь, переоделся в шумки кота, ну не спекнулся, блядь. Я, блядь, АФК здесь постучу. Это рейндж 15 метров от мобов. Милики от них. Счастье понятия растяжима, я буду пару водных бутылок. Ладно, я послушаю, как вы порелите. Давай. От мобов отойдите, блядь, чтобы вайпа не было. Дарвина, да, он зеленую. Наебал, он не слушает, как мы зеленую елку бейте. Мы рели ментально. Анально. Ухуёво тебе. Ёбаный, блядь, печать кончится. В случае света сразу выходите, потому что там, если щитка на вас не будет, можете проебаться, сдохнуть. Луч солнца, нахуй. Дар и Одар убейте. Под грибы встаем. Луч солнца золотого. Да, он его поделит. Я помню, мы девкам исполняли песню в ресторане. Серьезно? Нихуя вы, блядь. Мне корефан там так затянул, там вообще пиздец. Я жалко здесь. Вот это знаешь, когда он... Я понял. Ебать, я прям выпал, нахуй. И вот недавно тоже затянул нихуя так. Недавно по тебе видно, блядь. Просто тяжелый на язык, нахуй. Лекарство от глаукома, да? В смысле, у меня все нормально. Я и вижу, блядь. Серджи, как лечить комп от майнера? Тяжелый. Да, у меня все нормально, блядь. Да, такой... Ебать вы там включаете, конечно, дурачков. Куранул, нахуй. С утра, а потом еще и вечером. Да вы не шарите, это лекарство от глаукома, нахуй. Че вы доебались, блядь? Я астму лечу, идите нахуй. Тем более, блядь, астму лечит, нахуй. Легальная марихуана, нахуй. Да, да. Да-да, а куда мы бы ушли? Snoop Dogg твой корефан, да? Snoop Dogg. Да, по выходным списываемся. Хули списываться, блядь. Шабите там, блядь. Не надо вот это шабить, дрочить. Ну да, я же, блядь, сейчас в этом, в Лос-Анджелесе, нахуй. Хули. Она хотела жить. Дар и вода. Йоу, бро! Траву, говорит, принес, да, целый мешок, на. Луч солнца. Золотого. О, слушай, уже пробивается, хуярьте. Нихуя, на 75. Ну вон, видишь, бля, хп неплохо падает, да. Все, жги мозги. Давайте встал, да. Хуёво, когда падает. Дергаем, блядь. Ей хуёво, да. Под грибы. Да мы и так. Там не нажрите сильно грибов. Я и так уже под грибами. Я и так под грибами уже. Я бы хапнул грибов, блядь. Лучше убейте. Какая Фрея? Она хилится. Ну что, убейте лучше. Во-первых, дар Онора, он сейчас ее захилит на фул. Вот смотри, бля, проверяю. А он не таргетится, что за хуйня? Потому что под гриб надо встать, нахуй. Не таргетится. Чё, как дела? Нахуя вы били вообще? Надо было дерево убивать сначала. Так, ну, дерево, ну, так-то Фрей по хп просаживается, можно хуярить. Да, реально, что ли? Да, реально. Ну, смотри, да, серьезно? Сергнем, нажмите, как было 80, так и осталось, нахуй. Кого? Я уже 50%. Или чё, не понял? Она... Давайте бейте Фрей. Веру дайте, бля. Она отхилилась. Да не отхилится она. Смотри, сейчас упадет. Дар. Где? Да, только разбейте. Ареному... Забейте. Хуйный дар вырос. Разбейте, блять, босс. Сила стихи. Чё, Фрей нет? Помогите, блять! Ну, завоеватель Эльдуара нормально, да? Какие вот ачивочки делаем. Ебать, ну гуц это да.
А что за нее? Давай лучше на протодракона ачивочку сделаем. Это, по-моему, я третий прошу на протодракона сделать ачивку. Землерейды. ТПшника, кстати, в 2.5 даже апнули. А, нет. Куда еще больше, нахуй? Там звание. Соплять быстрее летит. Мне, кстати, интересно, а что там Олемы 2.5 так же хуёво остались? Подожди, за завоевателя же драконы дают или что? Или нет? Нет, драконы дают за ачивки, там пожарник. Там ТПшник заменить его просит, надо срочно бежать. Пишет. Замена, плюсуем. Ну, он Юля была в рейде, как раз ее берет. Да, Юлю как раз. Ну, берите, ну. Юля, консилятор, там он тут. Там замены миллион. Там Лимберн сидит с самого начала. Так, что это получается? 4 Квагард, собрание, кошатница. Ходор, Торим, Фрей. А где ты посмотрел изменения от опять? На сайте. Ну, там только... зайди. Там двор, кошатница, пожарный и один огонек во мраке надо. Искра соображения. Искра. Соображение. Бабахун ХР-500. Это что-то серьезное, нахуй. Сейчас, мне кажется, на Элиме эффективнее будет 2-5-2-4. Думаешь, да? Угу. Есть шкаф? Все вряд ли. Это тестить надо. Ну, я тебе так скажу, в ДПС 4-4 у Элема там не сильно изменился. Я как, ну, типа... На косарину поменьше чуть. Да. Ну, то есть я... Вчера как бы в манекен я бил 15-200, сейчас 14-200. Ну, типа такое.